Коронавирус бьет рекорды. В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 109 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. До этого дня рекордным было 14 июня, когда обнаружили 107 инфицированных. Рост числа выявленных пациентов с COVID-19 длится в нашем регионе уже 10 дней. Из 109 новых инфицированных 43 мужчины, 60 женщин, 6 детей. 67 человек проходят лечение в больницах, 42 амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае 11137. Ежесуточный прирост больных 1%. Выписали из больниц за сутки только 75 человек. Это давняя тенденция. Число заразившихся в Прикамье превышает количество выздоровевших с 22 июня. Всего от коронавируса излечились 7535 человек. Борются с болезнью в Пермском крае, по официальным данным, более 3000 человек. Летальных исходов с начала пандемии 328.